Success and Strategy. Меня зовут Татьяна Костюк. Я беру интервью у Ильи Нижника, молодого талантливого украинского гроссмейстера. Ему 14 лет. Только что закончился турнир Капелла Гранта. Давайте спросим о результате. Я набрал 6,5 очков и занял 19 место. Доволен результатом? Да, я считаю, я сыграл очень хорошо. Какой твой следующий турнир? Мой следующий турнир – Рейкьявик Open. Дай какой-нибудь совет для посетителей сайта Chess and Strategy. Я бы посоветовал посетителям сайта Chess and Strategy читать шахматные книги и смотреть партии выдающихся шахматистов в режиме онлайн. Спасибо за интервью. До новых встреч на сайте Chess and Strategy.